только первый этаж. Сейчас пойду еще поселю одну семью вместе там. Хорошо, хорошо. Вот смотри. Вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Но это вот только начинают собираться. Вот здесь у нас... И у всех детей температура 39, у многих, я не знаю, что мне делать. Тут все. Тут детвора, люди. Здравствуйте. Ну, в этой комнатке у нас 15 человек, вот этой, которую открыли. Uh-huh. Ну, здесь в основном я, моя жена и... здесь уже люди лежат. Я, кто-то стоя, кто-то ложа. Здесь люди организовались. Да, мы их попросили заколачивать окна, как-то организовывать. Тоже живут люди, видишь, дети, люди. Здрасте. Вот этот зал, это вот то, что было.